сегодня я занялся горбылем. Ну, вернее, вчера вечером, сегодня утро уже. И вот вчера буквально за час я сделал вот такое. Здесь будет вырезана крепость. Будем резать крепость. Башня, ворота. И тут какой-то мостик, я думал, вроде там посмотрим. Значит, сейчас я выравниваю здесь эту площадочку и начинаю выявлять сам замок. Поехали. Так. Да, тут я выбирал, в общем, фрезой, шестеркой. Видите, вот место от фрезы. Взял фрезу и прошелся по контуру. Сейчас мне нужно это почистить, подровнять. И покажу я дальше, как я буду это все выбивать. Значит. Друзья, выбрал, значит, я контур нашей будущей крепости, выделил эту вазочку, и значит сейчас я буду вырезать саму крепость. Сейчас я откручу эту рейку, потому что она нам не нужна. Так, нам надо сейчас первым делом пробить контур, вот, который будет отделять замок сам от земли или что тут будет дальше. Тут я думал сделать такой как бы мостовая въезд в этот замок, ну поэтому мы будем сейчас пробивать вот здесь. Я возьму инструмент, вот, и буду сейчас отделять. Хочу показать, походу я вот развернул к свету, выключил один светильник. И вот видно, что эта площадочка должна быть ровненько вот туда вот вниз, ровненько. Сам горбылик круглый идет, а эту площадочку мы делаем ровненькую. Вот, мы ее равняем полностью вот так вот до конца. До этой линии, до края. Там уже идет другая стена совсем. И здесь тоже идет стена. Эту стену мы выровняем, а эту запустим еще дальше туда. Включусь и посмотрю дальше. Вот теперь развернул и включил другую лампу. И вот видно угол и как вот туда уходит стена. Но мы здесь еще будем отпускать. Чтобы сейчас выделить эту стену, нам нужно эту часть сделать как бы на одном плане. Ну, я думаю, что процесс сейчас это все покажет. Сейчас я чуть подровняю и будем со стеной работать. Так, теперь можно работать со стеной. Я вот беру ручку, чтобы было видно. Вот. Идет стена. Тут она идет вниз и до этого здания. То есть от этой башни до вот этого вот центрального здания. Сейчас нам нужно запустить это и это. Опустить вот эти вот части ниже стены. То есть как я это делаю? Так, нужен инструмент. Прорубаю
стороны и прорубаю. С этой стороны и начинаю вот так вот запускать, чтобы это и это было за стеной. Я думаю, что даже школьнику понятно. Друзья, на каком-то месте прервалось мое видео, так как я снимаю на телефон, мне позвонили. Ну вот, в принципе, то, что я хотел показать. Кое-что, конечно, я успел заснять, но не все, к сожалению. Я проделал всю работу над тем, чтобы вытащить замок из данного поленца. И мы видим главная башня. Вот вторая башня будет. Тут будут зубчики прорезаться. На стене будут зубчики прорезаться. Рисоваться кирпичики. Здесь будет вход. Вход будет и мостовая. Как и хотел я. Значит, сейчас я немножко почищу и нарисую все, что буду резать в мелком формате. Запустил я эту стенку, и вот проясняется дорожка. Дорожка. Здесь будут у нас врата. И отсюда будет дорожка. Я запустил вот вниз сюда. И отсюда сюда. Покажу вам, чем мне еще нравится топорик. Вот я запускаю. Здесь еще и равняю. И вот топориком я равняю вот эти вот неровности от полукруглой стамеской. Очень хорошо он выравнивает площадочки. То есть он работает и как косяк, и как стамеска. Двусторонний косяк получается и стамеска. Вот. Очень классно он выравнивает площадочки. Так, вот что у меня получается с рисунком. Прорисовываю сейчас углы кирпичей. Значит, кладочка должна быть как кладочка. Да? Если кирпич здесь длинный, то здесь он короткий. То есть торец. Как понимаем. Понимаем, да, как идут углы у стен. И также продолжаем вести угол сюда, в эту сторону. И как он будет ложиться, нам уже как бы все равно, как он будет заканчиваться. Главное, чтобы угол совпадал. Кирпичи, чтобы ложились так, как должны быть. Ну, покажу. Вот такая прорисовочка. Вот. Вот здесь получается у нас мостовая, въезд в замок. И остались кирпичики. И будем резать. Так, тут какое-то несовпадение. Сейчас подсчитаем, посмотрим, что же. Друзья, вот в общем и все.
Да, здесь будут тоже еще камушки. Но это уже после. Как бы рельефчик. Тут скалы, здесь камни еще. Я дорисую опосля. Вот такой вот горбылек. Уже, кажется, здесь много резьбы мелкой, но на самом деле я даже планирую зубцы вырезать резаком, окошки, двери, все это резаком, а сами кирпичи попробовать выжигателем. И будет вот такая вот вазочка. Вырежу во второй серии. Всем спасибо за внимание. Пока.